ФО-ММА. Все для спортсмена. Доброго времени суток, дорогие друзья. Вы на канале Зробский ММА. В связи с отменой боя Хабиба Нурмагомедова очень много людей прокомментировали эту ситуацию. Разумеется, все хейтеры сочли, что это им на руку, и по сию минуту они продолжают писать негативные комментарии в адрес российского спортсмена. Однако стоит отметить, что очень много людей оказали моральную поддержку Хабибу Нурмагомедову в его тяжелые минуты, в том числе и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Цитирую. «Дорогой наш брат Хабиб, в связи с сложившейся ситуацией вокруг отмененного титульного боя с Тони Фергюсоном, хочу напрямую обратиться к тебе. Знаю, что ты очень сильно переживаешь, а мы переживаем в 100 раз сильнее тебя. Но мы и миллионы твоих болельщиков во всем мире также знаем, что ты настоящий боец, воин, сильный, волевой, безгранично храбрый и мужественный джигит. Ты никогда и ни перед кем не склонил голову, ни разу не проигрывал, побеждал убедительно, красиво, достойно. 24 боя и 24 победы. Это лучше всяких слов характеризует нашего брата Хабиба. В спорте бывает всякое, но то это и спорт. Самое главное, никому и никогда не придет в голову даже подумать, что это просто попытка уйти от поединка. Хабиб, у тебя есть огромные перспективы, есть желание и способности продолжать выступления в большом спорте, радовать нас всех новыми победами. Этот инцидент позволит тебе стать еще сильнее и увереннее в себе. Дорогой наш брат, держись, не переживай, помни, что лучшие бои, лучшие высоты еще впереди. Сказал Рамзан Кадыров и на этом завершил свое обращение. А если у вас есть пожелания в адрес Хабиба Нурмагомедова, напишите его в комментариях под этим видео на YouTube. Возможно, он зайдет на этот ролик, так давайте напишем ему что-нибудь приятное, ведь наш джигит, спортсмен, выступающий за Россию, этого по праву заслуживает. И да, чтобы не пропустить новые интересные видео, подпишитесь на канал. Это можно сделать, нажав на кнопочку Z, на которую указывает красная стрелочка. А с вами был Зробский. До скорых встреч в новых видеороликах.